Не смотрите на спину моего платья. Оставайтесь чистыми. Бняшка. Эмма Стоун попала в конфуз с гардеробом на премии «Оскар» 2024 года. Получив «Оскар» за лучшую главную роль на 96-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар» 10 марта, Эмма была замечена изуверствующей от удивления, видимо, она разорвала свое платье. «Оскар» получает Эмма Стоун. Которая стала второй обладательницей «Оскар». Эмма Стоун, которая получила свой первый «Оскар» за главную роль в «Ла Ла Ленде». Она вторая женщина, номинированная как за игру, так и за лучший фильм за одну и ту же картину. Указывая на спину своего зеленого цвета морской пены, платье Луи Вуитон, актриса показывает, что молния разошлась. Ужимаясь между предыдущими победительницами «Оскара» за лучшую актрису, включая Дженнифер Лоуренс и Салли Филд, 35-летняя актриса заявила, что, по ее мнению, она знает, как произошла эта неполадка. «Мое платье разорвано. Думаю, это произошло во время съемок «Я просто Кен». Я почти уверена». Актриса подбадривала Райана Гослинга из «La La Land», в то время как он исполнял «I'm Just Ken». Она даже спела с ним. На красной дорожке у театра Dolby Эмма поделилась с «Live from E». Лаверн Кокс знает все о ее платье пеплума, а также о том, почему роль Беллы Бакстер в «Бедняжках» изменила ее жизнь. Мы ведем прямой эфир с И на церемонии «Оскар».